Всем хай, это CS Guran, лучший сайт для поднятия скинов. Тут имеется множество интересных режимов: Crash, Double, PvP. Имеются любые способы пополнения. Перейдя по моей ссылке и используя мой промокод, ты получаешь 15% пополнения. Ссылка будет в описании. Зачем мне скрываться, я всегда буду открыт. Я подожгу свитер и потом устроим свет. Может, не заметила, но это был тупик. Если что, это может измениться в мир. Я скачал тебя с инетом, но не смог открыть. Как поставить драйвер, чтобы я смог полюбить? Зачем этот мир, если рядом тут будешь ты? Зачем нужна лезвие, если я могу жить? Зачем мне скрываться, я всегда буду открыт. Я подожгу свитер и потом устроим свет. Может, не заметила, но это был тупик. Это может измениться в мир. Я скачал тебя с инета, но не смог открыть. Как поставить драйвер, чтобы я смог полюбить? Зачем этот мир, если рядом тут будешь ты? Зачем нужны лезвия, если я могу жить? Перед началом хотел бы попросить вас подписаться на мой телеграм-канал. Скоро там будут проходить розыгрыши на скины. Ссылку я оставлю в описании. Мама звонит, ну не мама звонит, подожди. Давай, так громко? Алло. Андрей, а ты этот на твою подразумеваешь? Нет. Что ты врёшь? Ох ты, блядь, по мне шью! Не, пацаны русские не сдаются. Беларусь, да. Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции... Красный, все красный. Да его убили уже. А, парни красные подбили за бэксайдом. А кого убили за бэксайдом? Говорю, красные за бэксайдом. Что, блядь? Что? Подождите секунду. Вы, вот мы сколько не играли, я все время хуй посасывал. У меня ноль, пацаны, да пошли вы. Я, вернее, это игра говна, чел. Номер, диктуй. О, я хожу, па, плюс 6, ебать, это самое большое число, которое мне вообще выпадало нахуй за последние игры в помнал. 31. Да что это? Утро я обил. Это Саша Рубин, это друг. Он не друг, он просто знает этих друзей. Ну типа, ну, знает их. И он кидает на свай этот. Что? Ты вообще ничего точно не понял, потому что я реально сейчас очень странная публика. Какое? Я просто угораю, как обычно. Хорошо, спасибо. Ладно, мам, все, это был рофл, просто я записывал видео в ТикТок, у меня просто сейчас 10 тысяч миллионов подписчиков в ТикТоке, и этот видео, я надеюсь, на миллион залетит, и я с него получу, ну, от 1000 гривен точно где-то за видос, вот мне с монетки накапает. Какое, блядь, какое видео ты залил? Со мной, что ли? Ну, ты разрешишь мне в ТикТок это выложить? Просто такой формат очень хайпит сейчас. Что именно выложить? Покажи мне, что значит разрешить? Ну типа вот этот пранк. Это проект Рака Макафо и наше новое видео. Поехали. Ты что, вообще уже больной? Ты на меня не обижаешься? Да что? Ну за то, что я тебя пранканул. Это правда или не правда? Курят, блядь, на свай этот, употребляют ее? Тут... Его не курят, его под губу кидают. Я понимаю. Okay, he's gonna say probably. Он его щерца. Not, he's showing his face. Okay, he's much. Okay, he's true. Поляки конченые, сука, блядь! Да дурак ебаный нахуй! Что ты делаешь, блядь? There was three middle? What the fuck? Направо, бро. Алло, блядь, ничего, их ебаный, играй давай. Go mudel. Very toxic man. Короче, я Жолику помогу, а то он не справляется что-то со своим. Согласен, сука, гунг, блядь. Закерри Б, пожалуйста, ну просто Саня вообще что-то ебанулся там. Блядь, Саня, где ты, сука? Бля, Саня не хелпует. На этом все. Всем за просмотр. Хочу напомнить, не забывайте подписываться на мой телегу. Ссылка будет в описании. Соприкасался с травой больше раз, чем футболист. Закидал панчами, у меня баллиста. У меня микрофон, я не журналист.